Спросить. Смотрите, если мы сейчас выберем одну девочку, то у нас в финале будут три человека. Может быть, выберем двух и сделаем полуфинал? Или сразу финал в три угла бомбанем? Да. Поэтому, девчонки, сейчас мы выберем двух людей, которые проходят в полуфинал. Показывайте на тех, кто проходит. Хорошо. Раз. Два, три. Вы показали, кто выпал. Окей, все забыли? Забыли все. Показываем на того, кто выбывает. Окей, показываем на тех, кто проходит дальше по большинству голосов. Окей? Показываем тех, кто идет дальше. Раз, два, три. Все два. Еще один раунд. Тара-тара-там, тара-тара-дам. Вот тогда вот такой полуфинал. Она добавляется. Они уже так два раза вместе.